Главных героев, ведущих и зрителей программы «Зовите малышей» сегодня не разделяет экран. Все вместе они собрались в областном театре кукол, чтобы поздравить друг друга с днем рождения. 10 лет – серьезный повод. Мне программа «Зовите малышей» очень нравится. Мне нравится больше ведущая. Программа «Зовите малышей» на телеканале «Регион» появилась в мае 2002-го. Ее сразу оценили и полюбили зрители. Детям стало интересно участвовать в конкурсах, присылать свои рисунки, даже пробовать себя в роли ведущих. Привет, детишки! Привет, Кука! Кука – самый главный и узнаваемый персонаж программы. Ей сегодня тоже 10 лет. Она родилась в одно время с «Зовите малышей», правда, сначала на бумаге. Когда я была очень маленькая, наверное, даже меньше мне было, чем 3 года. И в журнале «Веселые картинки» существовал какой-то подобный персонаж. И я просто взяла краски, взяла лист бумаги, кисточку и попыталась вот эти какие-то свои воспоминания реализовать. Затем художник создал куклу, а актриса Наталья Зайцева помогла ей заговорить. Теперь такое ощущение, что она вот прям вот слилась со мной. Тетя Катя, что это у тут какие-то горшки и стаканы расставили? Кука любит конфеты, вы тоже? Да, конечно же, тортики, конфеты. Эта студия программы «Зовите малышей» за 10 лет менялась не раз, но, пожалуй, главное, что осталось постоянным, это непринужденная, комфортная домашняя обстановка. Дети, которые оказываются здесь в качестве ведущих, как правило, забывают, что перед ними телевизионные камеры и становятся полноправными участниками программы. А еще он любит, когда ему так делают. Ой, как замечательно. Он просто как замороженный ложится, и все. Что отличает эту программу от, к сожалению, немногих телевизионных программ для детей, это то, что детей учат что-то делать своими руками. Землю поливаем, хватит. Для меня всегда все новое, каждый раз новое. Даже одна и та же тема с разным ребенком и с разной куклой звучит совершенно по-другому. Чудо, да. Посмотри, пожалуйста, вот в эти стеклышки. Что видишь? Тетя Кать, как вы близко ко мне. О том, что «Зовите малышей» – это всегда что-то новое, говорит и соведущая тетя Кати Рита Иванова. Она практически не пропускает ни одну программу. Просто интересно мне. Я смотрю и всегда узнаю что-то новое. А когда сама ведешь? Тоже что-то новое узнаю. В юбилей программы ведущим дарили подарки, гостям показывали спектакль, поздравления в театре кукол продолжались 2 дня. Я хочу, чтобы эта программа всегда была. Я желаю в программе «Зовите малышей» счастья всем ведущим, здоровья. Уже завтра «Зовите малышей» снова в эфире. Детской программе пойдет 11-й год. Пока всем! Андрей Ивлев, Вадим Нечаев, «Наши».